сколько стоит? 10. Небольшие работы вот на последнем стенде. От полутора до двух там вот работы небольшие. А лапки у паучков вот интересно из чего? Все из соломы. Лапки тоже из соломы. А, лапки. Нет, это проволока. И вкручена гофрированной бумагой. Ты смотри. О. Я пошла без клинга. Встречаемся вот здесь на углу. Нигде вы не можете до сих пор. А еловая ветка, она вот это иголочки из соломы. Некоторые думают, что это настоящие иголочки. Это из соломы. Я тоже подумала, что его. Здорово вообще. Все, солома клеится на тонкую бумагу и настригается, и подетально собирается все. Ничего себе. Я не засекала, я ж не сижу вот. Где-то часто сидит, где-то так, где-то подольше. Телевизор смотришь вечером, и делаешь. Ну, небольшие вот работы, вот там можно завтра не. Нужно представить вообще картину. Тут смотрите, вот так создать ребенка, что-то с тенями еще они.